Сегодня распоряжением председателя правительства на должность начальника государственной службы по культуре назначена Мария Кырмыз. До этого времени она возглавляла Приднестровский государственный театр. Возлагаем на вас большие надежды. На вас лежит большая ответственность по созданию данной службы, которая бы эффективно показала результаты деятельности. В ходе встречи Татьяна Туранская обозначила ряд важных задач. Их решением в первую очередь и займется новая госслужба. Напомним, накануне президент встретился с представителями Министерства просвещения и руководителями творческих коллективов республики, где и определили, что направление культуры и искусства будет курировать отдельная госслужба. Президентом Приднестровской Молдавской Республики уделяется большое внимание отрасли культуры и искусства. Принято решение о создании государственной службы по культуре, отдельно от Министерства просвещения. И связано это все с тем, чтобы оперативнее решать сложившиеся проблемы в отрасли и, конечно, активизировать развитие непосредственно сферы культуры и искусства. Также Татьяна Туранская назначила первого заместителя начальника Госслужбы связи, информации и СМИ. Эту должность теперь занимает Ольга Петракова.